Всем привет! Сегодня второй влог из Латвии, и сейчас мы поедем в старый город. Посмотрите, какие здесь есть замороженные яблоки. Это настоящий лед. Так, что я здесь фоткаю? А, это же очень вкусный и красивый какао в старом городе. Вот такая вот в старом городе плита, на которой готовят еду. И вместо кастрюлек вот такие вот котлы, в которых варят супы, глинтвейн и много чего вкусного и интересного. И с помощью обычного половника эту красоту наливают сразу же в стакан. И вот такой вот прайс-лист. Смотрите, какую мне шапку купили, на ней написано латышка, она очень приятная. А теперь мы зашли в магазин, где продаются вот такие вот красивые домики ручной работы. А сейчас я пойду на хоккей. Закончилась со счетом 5-4 в пользу рижского Динамо. Всем пока!